В области прошел заключительный этап чемпионата Казахстана по конным видам спорта. Лучшие жокеи и скакуны из четырех регионов республики боролись за пальму первенства. Соревнования прошли в трех дистанциях. Подробности в следующем материале. По традиции на ипподроме «Аргамак» прошло закрытие скакового сезона. Торжественное построение, показательные выступления и, конечно, рысистые бега. В заезде участвовало 27 жокеев. На соревнования они прибыли из разных уголков страны. Из Северо-Казахстанской, Акмолинской и Карагандинской областей. И не зря. Ведь на закрытие сезона организаторы подготовили внушительный общий призовой фонд 30 миллионов тенге. В этом году в Кустанайской области скачки проводились 8 раз. Их общий призовой фонд превысил 90 миллионов тенге. В следующем году количество соревнований будет увеличено. Хочу сказать, что у нас идет популяризация кустанайской породы. Именно для этой породы на следующий год будет проведено 5 скачек и запланирована сумма около 60 миллионов. Чтобы сохранить и популяризировать эту породу спортивного направления, которое является казахстанским брендом, такие скачки просто необходимы. Лошадей кустанайской породы по всей республике чуть больше 170 голов. Хочу отметить, что племенное ядро возрождают в селе Заречное на заводе «Казах Тулпара». Для сохранения и развития чистокровных верховых скакунов за 5 лет по дорожной карте из республиканского бюджета выделят больше 1 миллиарда тенге. Организаторы отмечают, с каждым годом популярность национальных видов спорта в регионе растет. Если раньше участников скачек можно было сосчитать на пальцах, то сейчас желающих оседлать лошадь и принять участие в соревновании становится гораздо больше. К тому же уровень проводимого мероприятия поднимается с каждым разом. Уровень конных скачек растет. Сегодня это отчетливо видно. Если говорить об уровне подготовки, то я вижу очень сильных лошадей. Они выносливы, работоспособны. Помимо этого, хочу сказать, что развитие спорта, в том числе и национальных видов, является свидетельством сохранения древних традиций и обычаев степи. Бәйге – один из популярнейших видов конных скачек у многих тюркских народов, таких как алтайцы, киргизы, башкиры и узбеки. Бәйге – это единственное мероприятие, когда настоящий казах никогда не опоздает, чтобы не пропустить все самое интересное. Мы можем наблюдать за тем, что трибуны, откуда как на ладони видно все поле, обычно забиты людьми до отказа, еще с раннего утра. Культура казахского народа, как и многих тюркских, была основана на кочевом образе жизни. Жить в степи без лошади было просто немыслимо. Она заменяла транспорт, благодаря ей совершались перевозки. Однако самое главное, она была верным соратником и другом для своего хозяина. И по сей день для многих это остается неизменным. Поэтому данные скачки – это возможность показать всю силу, пылкость и преданность своего скакуна. Участники соревновались в таких видах скачках «Шкор» и «Аламан Бәйге». Формат соревнований был стандартный – 3 дистанции, забег на 1600 и 2400 метров, а также «Аламан Бәйге» на 20 тысяч метров. Во всех дисциплинах участвовали скакуны исключительно кустанайской породы. Для жокеев было важным правильно распределить силы своего жеребца и трезво оценить обстановку. Только так они могли рассчитывать на победу и прийти к финишу первыми, говорят организаторы. Алмажан Аманкельдинова, Руслан Жабаев, телеканал «Кустанай». К этому часу у меня все. Увидимся в следующем выпуске новостей.